Три дня в нашем городе проходил конкурс «Безопасное колесо». От Бирска в нем принимала участие команда юных инспекторов дорожного движения школы номер 5. Ребята прошли 4 конкурса в командном зачете и 3 в личном. Участники соревновались в теоретическом знании правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности. Сначала отвечали на вопросы, предложенные в билетах, затем показывали практические навыки в области медицины и знания правил дорожного движения. Закончил сезональный конкурс «Безопасное колесо 2017 в этом году. В данном конкурсе принимало участие 36 команд. 3 команды были из других регионов, это Кемерово, Омск, Томск. Наша команда города Бирска показала неплохие результаты. Как бы есть к чему стремиться, но тем не менее из 36 команд они заняли 9 место. Ну, что хотелось бы пожелать нашим ребятишкам, чтобы у них дух не пропадал этот. Ну а мы постараемся со своей стороны все сделать, чтобы детский дорожно-транспортный травматизм уменьшить на дорогу города Бирска. По итогам голосования жюри и количеству набранных баллов в тройку лучших в командном зачете попали команда «Колесо» Маслянинского района, команда «Перекресток» Краснозерского района и команда «Зеленый свет» Куйбышевского района, которая заняла первое место и будет представлять Новосибирскую область на всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо-2017».